Спору нет. В сфере обслуживания профессия повара одна из самых сложных. Но постижение древнейшего искусства кулинарии начинается порой вот с такого блина. Зато в дальнейшем воспитанники Калужского торгово-кулинарного училища познают все тонкости поварского мастерства. Производственную практику старшекурсники проходят обычно в заводских столовых, а там хороший повар также важен, как и токарь высшего разряда у станка. В училище стало традицией перед выпуском проводить конкурс молодых кулинаров в присутствии их родных. Они и зрители. И дегустаторы. Повару-победителю конкурса преподносится изделие его собственного изготовления –